Добрый вечер! В эфире программа «Дар». Сегодня мы познакомим вас с творчеством молодого скульптора Даши Намдакова. Даши – сын Агинского Дархана. Из всех детей он оказался самым целеустремленным, хотя талантом щедро наделены все 8 его братьев и сестер. Кость и дерево, золото и серебро, драгоценные камни и, конечно, бронза – это те материалы, из которых создает художник свои удивительно светлые, забавные и непостижимо привлекательные образы, навеянные еще в детстве древними улигерами. Они так же загадочны, как и само творчество скульптора. Нелюдимый, несловоохотливый, он как отшельник работает в своей загородной мастерской, и мы не станем вторгаться в тайны его жизни. Мы просто покажем вам его работы. Судьба моя была предрешена вообще с самого рождения. Потому что, сколько я помню, это не ради красного словца, это действительно так. Я постоянно лепил, рисовал, лепил. Просто у нас в семье атмосфера такая была. У нас отец художник-любитель. Нас никто не заставлял там рисовать, лепить там и что-то там читать, именно то, что вот, нужно для искусства. Отец сам занимался, старшие у меня вот братья, сестры, все этим занимались, и меня никто не подгонял. У меня просто была внутренняя потребность там рисовать, лепить там. Я брал пластилин, там таскался с ним днями, ночами.
почему вот Восток, да, и не то, что Восток, а сколько вот бурятские вещи. Я вырос в бурятской деревне, и как раз в колхозах, они как бы в коллективе работают, сенокос, там, стрижка, да, вот, в это время я постоянно с родителями, младший сын, и постоянно как бы хвостом был у отца. Костер разожгут и начинает там рассказывать всевозможные истории, легенды, особенно старики бурятские, такие кондовые. Это были очень интересными людьми. Они знали столько легенд, столько вот былинных вещей вот, да, бурятских. Они могли ночами рассказывать. А там это было так принято, да, они рассказчики рассказывают, и они рассказывают до тех пор, пока последний слушатель не устанет. А там ребята раз, там на боковой, там тут же у костра лягут и засыпают. Один, второй, третий, а у меня такие глаза. Я все слушаю. Потом один старик говорит, и ты говоришь, какой настырный ты. Бронза, она очень, бронза вообще очень древний материал, да, и очень дорогой материал. И она как бы многому себе обязывает. И чтобы ее реализовать в каком-то материале, чтобы отлить вещь в бронзу, это надо как-то быть уверенным в той идее, которую ты вот вылепил, да. Поэтому не все работы я клеваю бронзу. Абсолютно каких-то посторонних вещах, да, не знаю, какой-то кусок какого-то металла лежит, или скомканный лист бумаги, да, или ветер там что-то там поднял, какую-то груду, вот, и чего-то, рулон бумаги, или облака какие-то там. Вот в них какие-то есть интересные мотивы, да, которые можно как бы взять и запомнить. Просто постоянно надо набирать какие-то... запоминать и набирать в память какие-то красивые куски в природе, там, и в среде.
У Бретова это настолько все это переплетено, и отказываться от шаманизма и от буддизма уже сейчас какой-то. Поэтому у меня как бы у меня все так демократично. В моей жизни как бы у меня родители и буддисты, но в то же время и с какими-то шаманскими связаны. Поэтому отвергать что-то или превозносить что-то там, я себе таких задач не ставил. Февраля, в день 33-летия Даши, в Иркутском областном художественном музее открылась первая персональная выставка скульптора. Начало века открыло миру новое имя. Имя мастера, дарующего нам свет и доброту. На этом наш выпуск завершен. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого-самого доброго.